В летний период возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций на воде. В связи с этим сегодня в районе Вантового моста прошли масштабные учения МЧС по ликвидации последствий аварии с участием водного транспорта и спасению пострадавших. В тренировке были задействованы десятки видов спецтехники, спасательных средств и подразделений. На месте событий побывала наша съемочная группа. Вода ошибок не прощает. Сегодняшнее безмятежное рыбацкое утро нарушил вой сирен. К счастью, это был учебный сигнал. По сценарию учений в акватории Оки должны были столкнуться два плавучих транспортных средства. Буксир и перегруженное маломерное судно, где находилось 12 человек. По замыслу организаторов, 8 человек погибает. Четверых нужно спасти. Вследствие аварии на буксире происходит возгорание. Для ликвидации условного пожара два катера от войсковой части пришвартовывают судно к берегу, где к тушению огня приступает уже Мурманский пожарно-спасательный гарнизон. В это же время поиском погибших занимались водолазы. Они извлекали, имитировали подъем тел с глубины на берег. Медики оказывали первую помощь спасенным. В учениях было задействовано порядка 50 человек и 30 единиц техники. Сегодня у нас город Москва проводит по Центральному федеральному округу доловодные тренировки на водных просторах нашей Владимирской области. Ну, с учетом того, что повышается риск происшествий на водных объектах, возобновляют прогулочные катера, жители начинают применять маломерные суда, поэтому и была тема гибель и происшествия на водных объектах. Цель учений была выполнена, проблемных вопросов нет. Напомнили спасатели и о мерах безопасности на водных объектах, что особенно актуально на сегодняшний день. Только за последнюю неделю на водоемах Владимирской области погибли 13 человек. Из них 6 детей. Уважаемые родители, прошу вас не оставлять без присмотра своих малолетних детей у водоемов. Ни в коем случае не употреблять спиртные напитки на водоем. Прошу также вас обратить внимание с устойчивой жарко-пожароопасной ситуацией в лесах, в населенных пунктах, в СНТ. Сейчас запрещено разведение костров, введен особый противопожарный режим. Прошу вас соблюдать мер правил пожарной безопасности и поведения на водных объектах. Также в тренировке приняли участие волонтеры добровольческого отряда «Орел». Они обошли берег и проверили, не осталось ли на воде людей. В конце мероприятия сотрудники ГИМС раздали памятки о правилах поведения на воде, знать которые обязан каждый. Вадим Уколов, Илья Облетов, наши новости.